видеообзор на ноутбук Fujitsu. Внешнее состояние корпуса здесь отлично. Здесь видна трещина. Вот она идет. Внутри дисплея, на самой матрице. Даже идет вот по камере. Матрица у него отсюда видно на черном дисплее. Идет без зарядника, включить не сможем. Состояние крышки, корпус облезло, покрытие облезло на корпусе. Того шильдик. Какие там у него характеристики были? i5 6 с SSD-шкой 256. По-моему, 6 оперативки. И 6 оперативки. Шарниры в порядке. Ну, включить мы, естественно, не сможем. Здесь трещина, здесь подтеки идут. Даже можно видно. Они вот тут видны. Даже не включенном дисплее. В таком корпусе.